городом, и ребенку мы даем вот такую бусинку. То есть они смогут сделать браслет, и на этой бусинке черный цвет, то есть цвет зла, цвет греха, то есть и олицетворение греха. Хотя с исторической, с историей, знаете, что его не зря назвали великим, потому что, как они говорили, в Риме мечтали, он делал. То есть он сделал первый порт, но, естественно, у него была проблема со своей проблема с рождением Иисуса Христа. Естественно, он запомнился как зло. То есть черный цвет символизирует грех или зло. Мы пойдемте к пастухам, потому что пастухи тоже встретились с Иисусом Христом. И мы знаем, что когда они находились на пастбище, то пришли к нему, пришли ангелы, хор ангелов, и они пели, они прославляли и рассказали, что родился Царь Иудейский. Копать залез. Ну язык. Смотрите сюда.